Ульяновской области разрабатывается региональный закон, касающийся запрета оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В последнее время участились случаи употребления детьми этого вещества. Снюс, как продукт, содержащий никотин, запрещен для употребления и продажи в России федеральным законом с 2015 года. Закон касается и лиц старше 18 лет. Однако новый вид снюса синтетически попадает в так называемый правовой вакуум. Как заверяют эксперты, одна доза вещества приравнивается к употреблению нескольких пачек сигарет. Уже в январе мы сможем запретить все виды снюса на территории региона с одновременным установлением серьезнейшей административной ответственности, там, до 150 тысяч рублей для организации тех, кто распространяет. По поручению губернатора правоохранительные органы проводят проверки. Также организованы рейды, в том числе с привлечением общественности. Проблема в том, что снюс находится в свободном доступе во многих магазинах региона. То же самое обращаемся и мы на сегодняшний день ко всем торговым объектам, к представителям торговли на предмет запрета, так как это, по большому счету, чистой воды гражданская ответственность для того, чтобы уберечь наших детей от подобной гадости. С распространением и массовым употреблением столкнулась не только Ульяновская область. Также острый вопрос стоит в Самаре, Пензе, Томске, Москве и Башкирии. Участники заседания не скупились на мнение, чтобы, цитата, задушить снюс. Большинство считает, что принять закон нужно как можно быстрее, расширить его действие и на совершеннолетних. Также выразили позицию привлекать к административной ответственности родителей. Рената Леулова, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.